На скамье подсудимых четверо, из них трое предпринимателей и один без работы. Они категорически настаивали на том, чтобы их не снимали. По материалам дела, двое из подсудимых ранее были партнерами мистера Хон Чи Джона, бизнесмена из Южной Кореи. Вместе построили в Шымкенте фабрику по пошиву перчаток. Однако затем дружба закончилась. Как утверждает следствие и сам потерпевший, казахстанцы продали фабрику третьим лицам, а с мистера Хонга вымогали крупную сумму денег. Правда, адвокаты подсудимых категорически с этим не согласны. Потерпевший менял свои показания. В частности, утверждал сначала, что он инвестор, имеется договор аренды, что не получал денежные средства от Юсупганова за швейное оборудование. В настоящее время мы получили ответ Министерства по инвестициям и развитию Казахстан. Мы даже написали заявление в уголовном порядке на мистера Хона в том плане, что он дает ложные показания. И просим возбудить уголовное дело по 420 статье. Почему? Потому что из процесса в процесс он меняет показания. То есть, когда он утверждает одно, и ему предоставляются опровергающие документы, выходит, что он эти показания, которые давал, он уже от них отказывается. И у него появляются новые показания. Нам очень сложно вести процесс в том плане, что суд, предупредив его об этой ответственности, не привлекает к этой ответственности. Мы приходится нам каждый раз приходить в процесс и выяснять новые обстоятельства. То есть, все, что он говорил до этого, на следующем процессе отрицается. Адвокаты также считают, что сам мистер Хонг далеко не тот, за кого себя выдает. Он утверждает, что он инвестиционер. То есть он заключил инвестиционный контракт. Мы делаем запрос. И Министерство по инвестициям и развитию Республики Казахстан отвечает, что этот контракт расторгнут. То есть в настоящее время контракт расторгнут по тем основаниям, что он не исполняет его. По версии следствия, в вымогательстве участвовал известный криминальный авторитет Рафик Бекбаев. По официальным сведениям, Бекбаев задержан в сентябре прошлого года в Московской области. Вопрос об его экстрадиции в Казахстан все еще решается. Суд по делу о вымогательстве продолжается.